Ветераны войны и труженицы тыла получили медали к 70-летию Победы. Вручение наград приурочили к предстоящему празднованию Международного женского дня. Торжественное мероприятие состоялось в Театре оперы и балета. В мероприятии приняли участие жительницы региона, педагоги, врачи, сотрудницы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, женщины-ветераны Великой Отечественной войны и труженицы тыла. Глава региона поздравил женщин с наступающим праздником, подчеркнув, что именно это торжество неизменно ассоциируется с началом весны, а также вручил медали, отметив огромную роль женщин в становлении экономики и общественной жизни. Вы наравне с мужчинами исполняли свой долг перед Родиной, трудились в тылу, растили детей, вдовами поднимали страну из разрухи. Этот подвиг женщин, как и подвиг советского солдата, остается мерилом жизни прошлой и настоящей.